Меня зовут Нелли Зайко, и я ветеринарный врач на мясокомбинате. Каждый работник на нашем предприятии с самого утра отмечается на терминале в журнале здоровья отсутствие у себя кишечных заболеваний и отсутствие гнойных. Моя смена начинается с осмотра продукции на органолептические показатели, такие как цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах. Также в главные обязанности врача входит контроль входного сырья, осуществление ветеринарно-санитарного контроля на всех производственных процессах и, конечно же, выпуск качественной продукции. Также в мои обязанности входит выписка качественных удостоверений в различные точки нашего города, страны и не только. Я попала на это предприятие сразу же после распределения и работаю уже здесь 1,5 года в самом дружественном и сплоченном коллективе. Я, как ветеринарный врач, проверяю контроль соблюдения правил личной гигиены работников на производстве, а именно наличие у работников перчатки и маски. Я люблю свою работу, потому что ветеринарный врач отвечает практически за все аспекты производства, начиная от этапа входного сырья и заканчивая выпуском качественной продукции. Моя профессия важна, и я хочу сказать одну фразу, в котором и заключается важность моей профессии. Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач – человечество. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.